Здравствуйте, мои дорогие! Продолжаем распаковывать посылки. И в этот раз у меня опять шахматы, «Властелин колец», новая партия. Два журнала, две фигурки. По стоимости 938 рублей за посылочку. Цена уже не меняется несколько месяцев, что не может не радовать. И сегодня в обложении у нас номера 49 и 50. Так, номер 49, конь Назгула. Вот так выглядит. Сейчас мы с вами раскроем и посмотрим. Это черный конь. Но журнал очень красивый, могу сказать сразу. Обычные черные журналы такие посредственные. И здесь красота, конечно. Красота, можно смотреть все иллюстрации. Журнал очень красивый. Все в том же стиле. Он такой, конечно, мрачненький. Но краски везде. Смотрите, какие здоровские фотографии. Вот интересная статья в конце. Как всегда, многосторонние шахматы. Ну и анонс присутствует. Это будет «Эльфы в Горгороте. Белая пешка». Так, ну быстренько проскакали по журналу, ничего там нового нет. Будем смотреть с вами фигурку коня. Здесь уже смотрю поменьше скотча. Эти боли я их научилась скрывать быстро. Ох ты, красавчик. Просто красавчик. Смотрите, какой красавчик. У меня других слов просто нет. Так, фигурка у нас 2015 года. Она достаточно легкая. Но прокрашена хорошо. Вон даже каждый зуб прорисован. Очень здорово. Есть, конечно, такие вот хрупкие детали. Поэтому ронять я вам ее не советую. Но в целом очень мне нравится. Пойдет в коллекцию. Так, и следующий журнал. О, я вижу, тут уже проблемы с фигуркой. Походу, он попал в аварию. Эльфийский лучник, белая пешка. Давайте мы фигурку потом рассмотрим. Она требует ремонта, к сожалению. Начнем мы с журнала. Ну, фотографии здесь мутноватые, сразу видно, да, несмотря на то, что это белые фигуры. Как-то они поменялись местами. Не очень интересно стал красивый журнал. Смотрите сами. Черный как-то был лучше. Вот опять страсти-мордасти. Ну и в конце вот интересная статья про берлинские шахматы и антишахматы. Вот, что рекомендую почитать. В 51 номере нас ждет воинственный Урукхай, черный слон и ультима шахматы. Интересная статья. Так, ну давайте многострадальную фигурку рассмотрим. Что же с ней случилось? Походу, она у меня развалилась. Придется подклеивать. Очень жаль. За такую цену еще и сомнительное качество такое. Лучник лишился лука, лишился ноги. Но не полностью. Он такой в полулежащем состоянии. Я вот думаю, имеет ли мне смысл эту иглу присобачивать сюда, приклеивать. Или бог с ним, пусть останется там. Вот смотрите, что с ним случилось. Нога оторвана, соответственно, стрела тоже оторвана. Иголка, скажем так.
Так, 2015 год, да. Номер есть, но отвратительная фигурка. В общем, я немножко расстроена. Надо собирать коллекцию, поэтому ничего не поделаешь. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!